Всем приветики! Итак, следующая моя посылка не из Китая, а из Украины. Так что давайте я вам открою и покажу, что же я себе заказала. Итак, некоторые средства у меня уже закончились. Так что решила снова сделать покупку и заказать мое любимое, скажем так, да? Видим, как хорошенько упаковали. Так, теперь давайте мы откроем. Итак, открываем дальше, чтобы было быстрее. И посмотрим, что же теперь у меня находится здесь. Упаковали очень хорошо. Мне это очень нравится. Почему хорошо? Потому что вы уже сами видите, что у меня здесь находится. Новый гель-лаки от компании Naomi. И вот такой маленький презентик. Спасибо, спасибо. Итак, открываем дальше. Ну, действительно, интересная упаковочка. Такая праздничная, да, скажем так, для настроения. Вот кому-то хочется сделать подарок, и замечательно упаковали. Ну что, самое главное, нам нужно посмотреть, что это такое, как оно работает. Отрезаем и смотрим дальше. Так, один, два, три. Итак, говорят, что это у нас новинка от компании Naomi. Скажу так, такие блестящие гель-лаки. Так что пока что я вам покажу, как они выглядят, но обязательно и побыстрее сделаю отдельное видео, чтобы не просто вам показать, да, например, там на ромашке или не ноготочке, но и сделаю даже отдельный дизайн. У меня уже есть следующая посылка, так что посмотрим и увидим, какой же результат у меня получится. Итак, здесь у нас находится номер. Номер у нас находится 11. Вот такой черный флакон. Имеет сколько? Имеет 5. Или 6. 6, да, видим, да, имеет 6 миллилитров, потому что я смотрю вот здесь. Здесь у нас пишет тон, да, номер 11. Здесь у нас пишет гель-лак от Naomi. Здесь у нас пишет инструкция, и это очень хорошо. Итак, смотрим. Номер 11. Открываем. И смотрим. Вот такой блестящий, густой, видим, да, гель-лак. Достаточно будет, я уже так думаю, одного, максимум двух слоев для того, чтобы нанести вот такой гель-лак. Запах я не чувствую. Потому что бывает так, что открываешь упаковочку и сразу же, скажем так, чувствуется резкий запах, густой. Но не забывайте, естественно, перед тем, как нанести, перевернуть и немножко так встряхнуть. Дальше. Номер 06. Смотрим. Видим, что они новые. Видим, что это не подделка, да, то есть это не китайский. Тоже такой потрясающий золотой цвет. Видим, какая у них кисть. Ссылочку на продавца я вам оставлю под видео, так что, если вам понравится, заходите и заказывайте себе. Номер 02. Уже потихоньку начинает чувствоваться такой легкий запах, гелевый такой запах. И вот такой синий цвет. Ну, действительно густой. Так что осталось только вам показать, как он смотрится. Ну, а вам решать, заказывать такие лаки или нет. Обычно мне очень нравится компания Naomi. И, как вы уже видите, не первый раз я получаю
такие товары, чтобы вам показать, протестировать, ну и сказать свое мнение. Ну что, ребятки, пока что это все, а и самое главное, вы еще смотрите вот здесь, так, пока что плохо видно. Видим, да, 36 месяцев. Что это значит? Это означает, что после того, как мы открыли баночку, мы можем использовать данный продукт ровно 36 месяцев. Здесь у нас пишет дата выготовления, да? Они сделали травень, это май, 16 год. И сберегати, хранить 36 месяцев. Пишет вот здесь и вот здесь. Например, если вы баночку не откроете, да, вы будете хранить 36 месяцев. Так и действительно получается, да, то есть март 2016 и добавляем 36 месяцев. Иногда бывает так, что дата не пишет, а пишет только сколько месяцев после открытия мы можем использовать. Но очень хорошо, когда есть дата. И, например, что я еще делаю для того, чтобы не забыть срок годности? Я просто беру обычный прозрачный скотч и отсюда и сюда это все скотчем заклеивают, чтобы хранить, потому что это очень-очень важно, как и для себя, так и для ваших клиентов. Теперь это точно все. Всем вам спасибо за просмотр. Так что ждите мое следующее видео, где я вам покажу, как смотрятся вот такие цветные лаки. И сделаю небольшой дизайн. Всем пока-пока. До новых встреч!